Всем привет! Если вы еще не знаете, чем заняться на выходных, не переключайтесь. Я, Наталья Медведева, расскажу вам, как не скучно и с пользой провести ближайший уикенд. Итак, поехали! Ну что, продолжаем заряжаться новогодним настроением. И тут, как нельзя кстати, клуб «Ровесник» задумал для вас интересный мастер-класс. На базе клуба работает отделение ремесленного мастерства. И в субботу мастера приглашают вас попробовать сделать своими руками елочные игрушки и даже славянские обереги. Отличный и оригинальный подарок получится, не правда ли? Начало мастер-класса в 14 часов. Сразу двумя спектаклями порадует в субботу, 15 декабря, Щелковский районный культурный комплекс. В 6 часов вечера в Большом зале начнется антрепризный спектакль «Сублимация любви». Увлекательная итальянская комедия по пьесе Альдо де Бенедетти. Если вам больше по душе русская классика, поднимайтесь в малый зал культурного комплекса. Спектакль «Город Н» и его обитатели представит любительский театр «Атмосфера». Как всегда, кипит по выходным спортивная жизнь. Если соскучились по красивым восточным единоборствам, приходите на турнир «Дю США. Спортивный дебют 2018» по всестилевому карате. Участники начнут подтягиваться в войска Подмосковья к 9 утра в субботу. Обещаем яркие поединки в различных стилевых направлениях этого зрелищного вида спорта. А есть ли среди вас любители мини-футбола? Да о чем речь, наверняка таких немало. Если следите за играми в этом виде спорта, не пропустите чемпионат Московской области по мини-футболу среди мужчин. В час дня начнется игра между командами «Газпром Бурение» из Щелково и «Винюкова» из города Чехов. А если не хватит этой игры, оставайтесь в войска Подмосковья подольше. Сразу после областного чемпионата пройдет серия игр первенства Щелковского района по мини-футболу среди мужских команд. А что интересного в мире кино? 13 декабря в прокат вышел «Аквамен» с Джейсоном Момоа, полюбившимся зрителям в роли воинственного Кхала Дрога в знаменитом сериале «Игра престолов». Как он будет справляться с морской стихией? Приходите и посмотрите сами. Еще одна премьера на этой неделе порадует всех фанатов «Трансформеров». Новый фильм расскажет о приключениях одного из главных героев фантастической вселенной – автобота Бамблби. Ну что ж, надеюсь, вам есть из чего выбрать, и эти выходные запомнятся вам надолго. За нашими анонсами также можно следить в социальных сетях. А мы с вами увидимся через неделю. Отличных вам выходных!